500 бахчевых развалов откроются в области с 1 августа и будет работать до 1 ноября. Больше всего их откроется в Одинцовском округе, а также в Балашихе, Люберцах и Серпухове. Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, безопаснее всего покупать дыни и арбузы на официальных точках продажи, как стационарных, так и нестационарных. У товаров должны быть единообразно оформленные ценники с печатью, на которых указаны наименование и стоимость, а продавцы обязаны иметь медицинские книжки.